Михаил Андреевич Глузский. Советский и российский актер театра, кино и дубляжа. Мастер художественного слова. Театральный педагог. Народный артист СССР. В годы Великой Отечественной войны участвовал во фронтовых бригадах. После войны почти 50 лет работал в театре-студии киноактера при Мосфильме. Работал по приглашениям в театре «Современник», в театре имени Ермоловой. С 95 года работал на сцене театра школы современной пьесы. Снялся более чем в 150 кинофильмах, в их числе «Тихий Дон», «Тайна двух океанов», «Кавказская пленница», «На войне как на войне», «Как царь Петр Арапа женил», «Монолог», «Золотая мина», «Десять негритят», «Никудышная», «Вход в лабиринт», «Черный квадрат» и многих других. Был профессором в ГИКа, работал на радио и телевидении, голосом Глузского говорит немало персонажей иностранных фильмов. Скончался актер на 83-м году жизни в Москве от сердечного приступа. «Пойми, девка, мне помирать скоро. Конечно, нужно бы женщину, бабу, чтоб приглядела. Милая, постарайся понять. Я, наверное, сделал глупость. Но я полагал, что это размолвка, пустая распря. Дорогой, тебе исключительно повезло. Я тебе помогу. Просто жизнь очень хороша. Жизнь изумительна. Надо только самим не портить ее. Не портить. Георгий Михайлович Вицин. Советский и российский актер театра и кино. Народный артист СССР. В 1936-69 годах актер театра-студии под руководством Хмелева. С 37 года театр имени Ермоловой. До преклонных лет актер выглядел довольно молодо. В 37 лет он сыграл 18-летнего Васю Веснушкина в фильме «Запасной игрок». В 46 – 25-летнего Мишу Бальзаминова «Женитьба Бальзаминова». При этом он справлялся и с возрастными ролями, сыграв деда в картине «Максим Перепелица» в 38 лет. Также снимался в фильмах «Деловые люди», «Сказка о потерянном времени», «Операция И» и другие приключения Шурика, «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика», «Опекун», «Джентльмены удачи», «Земля Санникова», «Не может быть», «12 стульев», «За спичками» и многих других. Много работал над озвучиванием мультфильмов. Актеру часто приходилось играть персонажей пьяниц, и в этих ролях он был убедителен. Но в реальной жизни актер не пил и не курил, вел здоровый образ жизни, увлекался дыхательной гимнастикой йогов. Несмотря на это, у актера были проблемы со здоровьем, при этом он никогда не принимал лекарств и не обращался к врачам. После одного из выступлений в Государственном театре киноактера Георгия Вицина госпитализировали в московскую больницу, где он скончался на 85-м году жизни. «Дуся, вы меня озлобляете! Грубый век, грубые нравы, романтизму нету, не дают человеку спокойно жить. Кто это? Никола Питерский. Сколько я зарезал, сколько перерезал. Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно. Руфина Дмитриевна Нифонтова. Советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка СССР. Окончила в ГИК, училась в одной группе с Изольдой Извицкой, Юрием Беловым, Надеждой Румянцевой, Майей Булгаковой. С 55 года в театре-студии киноактера, с 57-го актриса Академического малого театра. Снималась в фильмах «Вольница», «Полюшка Поля», в трилогии «Хождение по мукам», «Оптимистическая трагедия», «Вам и не снилось», «Берег его жизни», «Сумасшедшая любовь» и других. Принимала участие в многочисленных радиопостановках. В последние годы у актрисы обнаружили онкологию, и она перенесла две операции.
у нее часто кружилась голова. Руфина Дмитриевна иногда теряла сознание. Скончалась на 64-м году жизни в Москве от ишемической болезни сердца. Упустил хорошо парня и по-глупому. По-глупому. Мам, перестань. Я прошу тебя. Я увезу тебя отсюда. Черт мне с этой квартирой и с этой Москвой. Ты здесь совершенно одна. У тебя нет друзей. Раньше мне казалось, что у нас все общее. Радость, мысли, сомнения. Потом я поняла, что это не общее. Что это только твое. Мы не умеем быть нужными для жизни людьми. И мне кажется, что скоро, завтра, придут какие-то другие сильные, смелые люди и сметут нас с земли, как сор. Станислав Иосифович Ростоцкий. Советский кинорежиссер, сценарист, педагог, публицист, народный артист СССР, лауреат Ленинской и двух государственных премий СССР, муж актрисы Нины Меньшиковой, отец актера и кинорежиссера Андрея Ростоцкого, участник Великой Отечественной войны с февраля 1942 года, воевал в гвардии рядовым в 6-м гвардейском кавалерийском корпусе, участвовал в боях, пройдя путь от Вязьмы и Смоленска до Ровно, а корпус закончил войну в Праге. Получил тяжелое ранение, из-за развившейся гангрены ему ампутировали ногу ниже колена, и всю оставшуюся жизнь он носил протез. При этом вел активный образ жизни, и многие даже не догадывались о его травме. Окончил режиссерский факультет в ГИКа, двукратный номинант на премию «Оскар». Снял ряд замечательных фильмов, ставших классикой отечественного кинематографа. «Дело было в Пенькове», «Герой нашего времени», «Доживем до понедельника», «А зори здесь тихие», «Белый бим», «Черное ухо» и «На камнях растут деревья», «Эскадрон гусар летучих» и другие. Помимо режиссуры, преподавал во ВГИКе. В поздние годы Ростоцкий снял лишь один фильм из жизни Федора Кузькина, после чего покинул кино. В интервью режиссер говорил, что ему больше нечего сказать и что современное состояние кино повергает его в ужас. Последние годы жил уединенно в доме у Финского залива, посвятив себя любимому хобби – рыбалке. Скоропостижно скончался из-за проблем с сердцем за рулем автомобиля по пути на очередной фестиваль. Ему было 79 лет. Нина Евгеньевна Меньшикова. Советская российская киноактриса, лауреат Государственной премии СССР, народная артистка РСФСР. С 1953 года актриса театра-студии киноактера, снималась в фильмах «Первые радости», «Баллада о солдате», «Девчата», «Сердце матери», «Доживем до понедельника», «Сто дней после детства», «Школьный вальс», «Визит к Минотавру» и других. Всего сыграла более 60 ролей в художественных фильмах и спектаклях. Принимала активное участие в озвучивании фильмов. Муж – кинорежиссер Станислав Ростоцкий, сын – актер, режиссер и каскадер Андрей Ростоцкий. Скончалась актриса на 80-м году жизни после продолжительной болезни. Вы стали злым, безразличным и одиноким. Вы просто ушли в себя и развели там пессимизм. Подло, подло так думать! Вас ждут, мучаются, а вы? Вы все врете, это подло, подло, подло! Добром же тебя просят. Ох, Господи, ведь просят же, просят! Да не слушай ты ее. А ты свои теории здесь не очень-то развивай. Не для всех они подходящие. Конечно. Андрей Станиславович Ростоцкий. Советский и российский киноактер, кинорежиссер, каскадер, постановщик трюков, телеведущий, сценарист. Заслуженный артист РСФСР. Сын кинорежиссера Станислава Ростоцкого и актрисы Нины Меньшиковой. В 1977 году окончил актерский факультет в ГИКа, мастерская Сергея Федоровича Бондарчука. В кино начал сниматься с 1974 года, еще будучи студентом.
играл преимущественно в военных и героико-приключенческих фильмах, снимался в фильмах «Это мы не проходили», «Дни Турбиных», «Они сражались за Родину», «Конец императора тайги», «Эскадрон гусар летучих», «Непобедимый», «Внимание всем постам», «И на камнях растут деревья», «Бармен из золотого якоря», «Раскол» и других. Всего более 40 фильмов. Поставил фильмы «Зверобой» и «Мужская компания». На съемочной площадке неоднократно выступал как постановщик трюковых сцен и боев, участвовал в создании историко-публицистических передач о русской и российской армии, главный режиссер телевизионной передачи «Аты-баты», с 1998 года ведущий военно-исторического журнала «Вижу цель». Андрей Ростоцкий трагически погиб на съемках телефильма «Моя граница» в районе горнолыжного курорта «Красная поляна», что под Сочи. Во время выбора натуры у водопада «Девичьи слезы» забрался на крутой склон без страховки, как видно, понадеявшись на свою хорошую спортивную подготовку и каскадерский опыт, но неожиданно для всех сорвался вниз со скалы. Скончался в больнице после операции, не приходя в сознание. Ему было 45 лет. Братцы, пришел наш черед. Мало нас. Зато в бою тесно не будет. Ждешь, не дождешься, чтоб тебя Петлюра по затылку трахнул. Ну, это еще кто кого. И, конечно, во главе всегда и во всем Митя Красиков. Или есть личности пострашнее, потому что тебя я не боюсь. Я что? Про меня все известно. А про иных и не подумают, такое могут выкинуть. Зачем? Загадки детской психологии. Григорий Наумович Чухрай. Советский и российский кинорежиссер, сценарист, педагог, общественный деятель, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, участник Великой Отечественной войны. Отличился в боях, в том числе в десанте, в тыл врага в 43-м году. Был 4 раза ранен, 2 тяжело. День Победы встретил в госпитале, демобилизовался в конце декабря 45-го года. Звание гвардии старшего лейтенанта. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2 степени. В 53-м году окончил режиссерский факультет в ГИКа. Создатель фильмов 41-й, «Баллада о солдате», «Чистое небо», «Жили-были старик со старухой», «Трясина», «Жизнь прекрасна» и других. Фильм «Баллада о солдате» был отмечен наградами на многих фестивалях, вошел в золотой фонд не только советского, но и мирового кинематографа, преподавал в режиссерской мастерской в ГИКа. С 65-го года был бессменным секретарем Союза кинематографистов СССР. Леонид Алексеевич Филатов. Советский российский актер театра и кино, кинорежиссер, поэт, драматург, публицист, телеведущий, народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации, по окончании театрального училища имени Щукина, артист театра на Таганке, после раскола театра перешел в Содружество актеров Таганки, снимался в фильмах «Экипаж», «С вечера до полудня», «Грачи», «Успех», «Избранный», «Чичерин», «Забытая мелодия для флейта», «Город Зера» и других. Снял картину «Сукины дети», в которой была отражена драматическая история театра на Таганке. Писал песни, пародии. Сатирическая пьеса в стихах про Федота Стрельца «Удалого молодца» была опубликована в 87 году в журнале «Юность». Издал более 20 книг, среди них «Большая любовь Робина Гуда», «Любовь к трем апельсинам», «Лисистрата», «Театр Леонида Филатова», «Я человек театральный», «Сукины дети». Автор театральных пьес и песен к спектаклям. Автор и ведущий одной из самых популярных телепрограмм об ушедших актерах «Чтобы помнили». Первая жена – актриса театра на Таганке Лидия Кузьминична Савченко. Вторая жена – актриса театра на Таганке Нина Сергеевна Шацкая. За 6 лет до смерти Филатов перенес операцию по трансплантации почек, что сказалось на общем состоянии здоровья и стало причиной резкого ухудшения. Скончался актер на 57-м году жизни в Центральной клинической больнице Москвы. Он был госпитализирован с диагнозом двухстороннее воспаление легких,
для лечения необходимо было принимать повышающий иммунитет препараты, что противопоказано при пересаженных органах из-за повышающегося риска отторжения донорского органа. Замучили тебя, мою хорошую, замучили тебя, мою бедненькую. Ну скажи, у нас женщины уравнены в правах с мужчинами, да? Так пользуйтесь, что же вы не пользуетесь своими привилегиями? Откуда у вас у всех это бессмысленное, дикое, атовистическое желание выскочить замуж? Для чего? Зачем? Я понимаю. Ты хочешь, чтобы все были такими, как ты? А почему бы и нет? Здоровое, незакомплексованное общество. Ну, валяйте, резвитесь. Только имейте в виду, я хамство такого рода не прощаю. Спартак Васильевич Мишулин, советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР, заслуженный деятель культуры Польши, по доносу был осужден и провел несколько лет в тюрьме. После освобождения работал в домах культуры Тверской области. В 60-м году после гастролей Калининского театра в Москве был приглашен сразу в три столичных театра – Линком, Центральный театр Советской армии и Театр сатиры. Выбор в Театр сатиры, работал в нем до конца жизни. Снимался в фильмах «Кабачок 13 стульев», «Белое солнце пустыни», «Достояние республики», «В тридевятом царстве», «Кыш и два портфеля», «Человек с бульвара Капуцинов», «Очарованный странник», «Бедная Саша», «Сыщики» и других. Одной из самых известных ролей в театре была роль Карлсона в спектакле «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», ставшая визитной карточкой актера. Когда Мишулина спрашивали, не надоело ли ему почти 40 лет играть мужчину с пропеллером, он всегда отвечал: «Я могу вернуть людям детство, особенно своим ровесникам, у которых его по-настоящему и не было из-за всевозможных войн. А разве это мало – вернуть людям детство?» Ушел из жизни в возрасте 78 лет после операции на сердце. О, бледнолицый брат мой, скажи, не собирается ли синематограф обратиться к жизни Каманчей? У меня есть потрясающий сюжет. Только у меня к вам просьба, Петр Ерофеевич. А что такое? Я не агент, вы не начальник, я не снаб, вы не сбыт. Птички, синички, типажи, пейзажи и все. Обманут тебя. Они сядут на баркас, ты отпустишь Абдулу, они вернутся. Это вряд ли. Елена Николаевна Гоголева, советская, российская актриса театра и кино, мастер художественного слова, герой социалистического труда, народная артистка СССР. В 1916 году окончила Александро-Мариинский институт и поступила на драматическое отделение Музыкально-драматического училища Московского филармонического общества. С 1918 года и до конца жизни актриса малого театра. В кино снималось мало, всегда отдавая предпочтение театру. Снималась в фильмах «Гобсек», «Варвары», «Крылья», «Пиковая дама» и других. Работала на радио и телевидении. Более 150 записей литературных произведений спектаклей малого театра с участием актрисы хранятся в собрании Гостелерадиофонда. На свете дивные бывают приключения. В его лета с ума спрыгнул. Чай пил, не полетал? О, верно. Без сомнения. Шампанское стаканами тянул. Бутылками и прибольшими. Уж не заболел ли он? Все это могло случиться только в припадке какого-то внезапного умопомешательства. Про тебя и правду мне сказать, так люди стыдятся. Чего и ждать от тебя? Из полка выгнали. А позвольте, мадам. Молчи.
Марис Рудольф Эдуардович Лиепа, советский артист балета, балетный педагог и киноактер, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии. В 1955 году с отличием окончил Московское хореографическое училище и летом 1956 года принял приглашение поступить в труппу 2-го балетного театра Москвы, Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. С 1960 года в труппе Большого театра страны. В 1968 году состоялась премьера нового балета «Спартак», в котором роль римского полководца Краса была поставлена Юрием Григоровичем специально для Лиепы. В начале 70-х отношения Лиепы с Григоровичем ухудшились, а Григорович к этому времени стал полновластным хозяином в театре. Это привело не только к ограничениям в занятости артиста в текущем репертуаре и гастролях, но и препятствиям в создании им новых партий. После опубликованной в 79 году в газете «Правда» статьи Лиепы с критикой методов руководства театром Григоровичем, около 2 лет Лиепе не давали танцевать на сцене Большого театра. В 70-80-х годах активно снимался в драматических ролях в кино, в телефильме «В одном микрорайоне», кинофильмах «Могила льва», «Детство Бэмби», «Отрочество Бэмби», «Лермонтов», «Четвертый», для которого поставил самую выразительную из всех его постановок балетную миниатюру и других. Писал статьи в газетах, журналах, сборниках, выпустил книги «Я хочу танцевать 100 лет» и «Вчера, сегодня в балете» Марис Лиепа. Сфера его деятельности не ограничивалась драматическим и танцевальным искусством. В конце 70-х он записал пластинку с песнями Давида Тухманова. В 89-м году Моссовет принял решение о создании балетного театра Мариса Лиепа, художественное руководство которым должен был осуществлять сам Лиепа, но этим планам не суждено было сбыться. Артист скоропостижно скончался в машине скорой помощи от инфаркта на 53-м году жизни. Меня никто не может упрекнуть. В своей профессии я всегда делал по максимуму. На какой бы сцене я ни выступал. Моя милая папета, странно это быть в беде. Аркадий Николаевич Толбузин. Советский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, заслуженный артист РСФСР, участник Великой Отечественной войны, служил музыкантом музыкального взвода, старшиной роты, командиром взвода противотанковых ружей, награжден орденом Красной Звезды и медалью за отвагу, был ранен и контужен, демобилизовался в 45-м году, с 47-го года работал в Центральном театре транспорта, ныне театр имени Гоголя, с 60-го года в театре-студии киноактера, снимался в фильмах «Кортик», «Она вас любит», «Капитаны голубой лагуны», «Одиночество», «Туннель», «Новые приключения неуловимых», «Корона Российской империи» или «Снова неуловимые», «Путь в Сатурн», «Достояние республики» и других. Супруга, актриса Зоя Земнухова, пережила его на 45 лет. Умер актер на 52-м году жизни, после 2-го инфаркта. Господин Касторский, я приношу вам свои глубочайшие извинения за бестактность своих сотрудников. Разумеется, и в нашем деле бывают ошибки. Напоминаешь о неудачах? Без тебя помню. Известен ли вам американский полковник Грейвуд? Да. Меня часто посещает полковник Нортон, мой коллега, комендант соседнего города в американской зоне. Угу. Раза два с ним приезжал полковник Грейвуд. Но разве настоящая любовь может нам помешать нести службу Родине? Никогда. Вот об этом-то вы крепко подумайте. Зоя Николаевна Толбузина, Земнухова, советская российская актриса театра, кино и дубляжа. С началом Великой Отечественной войны работала в медсамбате одной из воинских частей, обороняющих Ленинград. После рыла окопы и работала в санитарной части Ленинграда.
Только в январе 43-го года она демобилизовалась, и ее дорогой жизни вывезли на Большую Землю. По окончанию в ГИКа вошла в труппу театра-студии киноактера, а затем в штат киностудии имени Горького, снималась в эпизодических ролях в фильмах «Актриса», «Кубанские казаки», «Сталинградская битва», «Одиночество», «Огонь, вода и медные трубы», «Варвара краса, длинная коса», «Карнавал» и многих других. Была мастером озвучивания. Долгие годы актриса говорила с экрана, озвучивая известных звезд мирового кино. Всего в ее послужном списке более 300 картин. Свою самую запоминающуюся озвучку Зоя Николаевна сделала у Леонида Гайдая в «Бриллиантовой руке». Ее голосом говорит с экрана роковая красавица Анна Сергеевна в исполнении Светланы Светличной. Я думала, что-то случилось. Послушайте, как бьется сердце. Стучит? Стучит? До 90 лет снималась в кино и сериалах, в небольших ролях. Продолжала работать на озвучивании фильмов. Была женой актера Аркадия Толбузина, после смерти которого поменяла свою фамилию Земнухова на фамилию мужа. Если вы к Косторскому, таки его нет. Но если вы не будете стоять здесь, как памятник решили, то вы его еще догоните. Он только что пошел прогуляться. Далеко? А я знаю. Извините. Гарри, по-моему, ты очень много пьешь, не надо. Сядь, а. И, по-моему, совсем не закусывает. Да, давай, садись. Я танцевать хочу! Я танцевать хочу! Прекратите вы! Идиотка! Анель Алексеевна Судакевич, настоящее имя Анна, советская актриса, художник по костюмам, заслуженный художник РСФСР. С 1925 по 1927 год училась актерскому мастерству в студии Юрия Завадского. В начале ее карьера в кино сложилась удачно, так как она работала в студии «Межрабпомфильм», доля которой составляла 50% всего советского киноэкспорта. Снималась еще в немом кино, в фильмах «Мисс Мэнт», «Поцелуй Мэри Пикфорд», «Дом на Трубной», «Потомок Чингисхана», «Торговцы славой», «Два Бульди 2» и других. Позже пришло разочарование. Ее первая звуковая картина «Изменник Родины» была положена на полку, а появление в 1933 году сына Бориса Мессерера, впоследствии театральный художник и сценограф, ускорило решение актрисы окончательно порвать с кинематографом. С 1934 года Анель Судакевич работает в кино, но уже в качестве художника по костюмам. С 1946 года работает в цирке. В 1950-57 годах главный художник московского цирка. Именно Анель придумала известную по всему миру клетчатую кепку для Олега Попова. Скончалась в Москве в возрасте 95 лет. Перестаньте нас морочить, Алексей Иванович. Расскажите просто, что вы знаете про Клеопатру? Однако, будьте благопристойны, если можете. Меня сразу взяли в штат, межрабом. Да. Но я не помню точно, сколько лет я была в штате, но я благодаря этому я снялась в очень многих фильмах и в эпизодах, и в каких-то проходных ролях, и в главных ролях. Я ощущала свою неполноценность, то есть я понимала, что я не могу войти в такой профессиональный актерский коллектив. Понимаете, я чувствовала. Виктор Иванович Хохряков. Советский, российский актер, театральный режиссер, мастер художественного слова, народный артист СССР, лауреат двух сталинских премий, служил актером в Харьковском русском драматическом театре, в Центральном театре транспорта в Москве, ныне Московский драматический театр имени Гоголя, позже актером и режиссером Малого театра, снимался в фильмах «Во имя жизни», «Молодая гвардия», «Повесть о настоящем человеке», «Страницы жизни», «Добрый час», «Алые паруса», «Семь нянек», «Игра без правил» и многих других.
много работал на радио, принимал участие в озвучивании мультфильмов и зарубежного кино. Скончался на 74-м году жизни, о причинах смерти не сообщалось. Вот наши гости, молодежные бригады, хотят взять тебя на воспитание. Ты согласен? Я согласен. Ну что ж, будем надеяться, что ваш план удастся реализовать. Он тем более интересен, что мы делаем ставку на чрезмерную подозрительность наших противников. Немцы безобразничают. Их действия вызывают великий гнев у нашего народа. Вот этот гнев нужно верно направить и хорошо вооружить. Вот это люди! Ну, не напрасно губернатор обещает тому, кто укажет, где они скрываются, выплатить 2000 золотых. Вижу, ваш губернатор щедрый человек. Владимир Яковлевич Ворошилов, при рождении Колманович, советский и российский деятель телевидения, театральный художник и режиссер, заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор, режиссер и ведущий телеигры «Что, где, когда», академик Академии российского телевидения, первый президент Международной ассоциации клубов «Что, где, когда». С середины 50-х работал художником-постановщиком в столичных театрах, сотрудничал с МХАТ СССР имени Горького, Государственным академическим малым театром, театром оперетты. Взял фамилию Ворошилов по фамилии первой супруги. С 1966 года Владимир Ворошилов работал на Центральном телевидении Гостелерадио СССР. Первоначально выступал в качестве режиссера документальных фильмов и телеспектаклей. В 1970-72 годах сценарист, ведущий спортивно-развлекательной передачи «А ну-ка, парни». В 1975 году стал автором и режиссером интеллектуальной телевизионной викторины «Что, где, когда». Идея создания передачи принадлежала ему и редактору Наталье Стеценко. Ворошилов оставался ведущим «Что, где, когда» до конца 2000 года. Автор книг «Заметки театрального художника» и «Феномен игры». Скоропостижно скончался на 71-м году жизни от обширного инфаркта. Да, это документальный спектакль, где я пытаюсь играть роль режиссера, который пытается режиссировать во время спектакля. Внимание, вопрос! Что разносили в Лувре в 15 веке эти люди? Время. Внимание, правильный ответ. У меня нет никаких амбиций ведущего. Совершенно. Я не делаю ни так, ни так. Не улыбаюсь телезрителям, не стараюсь им понравиться. Я вообще не понимаю, почему они меня смотрят. Федор Наумович Фоменко. Советский российский режиссер театра и кино, педагог, художественный руководитель Московского театра «Мастерская Петра Фоменко», народный артист Российской Федерации, лауреат трех государственных премий Российской Федерации, окончил заочно филологический факультет МГПИ имени Ленина. Здесь сдружился с Юрием Висбором, Юрием Кимом, режиссировал знаменитые «Капустники», параллельно учился на режиссерском факультете ГИТИСа. Первый спектакль поставил в 1958 году. За эстетическую неблагонадежность официозная театральная критика нарекла режиссера осквернителем праха русской классики. Долгое время жил без постоянной работы, перебиваясь случайными заработками. В 1972-81 годах режиссер, главный режиссер Ленинградского театра комедии. Позже работал в Московском театре имени Маяковского. С 89 года режиссер в театре имени Евгения Вахтангова. Ставил спектакли в театре «Сатирикон». В 1993-12 годах художественный руководитель Московского театра «Мастерская» Петра Фоменко поставил 60 спектаклей в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Тбилиси, Зальцбурга и Парижа. Умер на 81-м году жизни в клинике Чазова от отека легких. Эдуард Яковлевич Володарский. Советский и российский киносценарист, драматург, прозаик, заслуженный деятель искусств РСФСР.
лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых и Государственной премии СССР. Еще в школе начал писать стихи и рассказы. Все свободное время проводил на улице с хулиганами, несколько месяцев отсидел в тюрьме. Этот период жизни впоследствии лег в основу во многом автобиографического сценария «Прощай, шпана замоскворецкая». Окончил сценарный факультет в ГИКа. В 1974 году Никита Михалков снял картину «Свой среди чужих, чужой среди своих» по мотивам повести «Красное золото», написанной совместно с Володарским. Он также выступил автором сценария. Сценарий «Проверки на дорогах» писал с расчетом на Владимира Высоцкого, своего друга и соавтора, по ряду работ. Однако режиссер Алексей Герман категорически воспротивился его кандидатуре, несмотря на хорошие отзывы таких влиятельных людей, как Константин Симонов и Георгий Повсоногов. Михаил Суслов назвал картину антисоветской, и она 15 лет провела на полке. Аналогичная судьба постигла фильмы «Вторая попытка Виктора Крохина» и «Мой друг Иван Лапшин», вышедшие на экраны лишь с началом перестройки. Не меньшим успехом пользовались его пьесы, они шли по всему Советскому Союзу. Автор книг «Русская», «У каждого своя война», «Дневник самоубийцы», «Охотник за черепами». Также автор биографических повестей о Федоре Достоевском, Вольфе Мессинге, Петре Столыпине и других исторических личностях, многие из которых впоследствии были экранизированы. Скончался драматург на 72-м году жизни. Валентин Николаевич Лучик. Настоящее имя Исаак Нахимович Гинзбург. Советский и российский театральный режиссер, актер, народный артист СССР. Лауреат Государственной премии РСФСР имени Станиславского. Главный режиссер Московского театра сатиры. В военные годы он ставил спектакли для фронтовых театров. Затем получил приглашение возглавить театр Северного флота в городе Полярный. После войны возвращается в Москву и работает в гастрольных театрах при ВТО. В 1957 году становится главным режиссером театра сатиры. Поставил спектакли «А был ли Иван Иванович», «Мистерия Буф», «Терки на том свете», «У времени в плену», «Гнездо глухаря», «Самоубийца», «Вишневый сад», «Трехгрошовая опера», «Ревизор» и многие другие. В 1969 году состоялась премьера спектакля «Женитьба Фигаро» Бомарше с Андреем Мироновым в главной роли. Спектакль шел на постоянных аншлагах до 1987 года, пока был жив исполнитель главной роли. В 2000 году Валентин Плучик по состоянию здоровья покинул пост художественного руководителя театра сатиры. На этом посту его сменил народный артист РСФСР Александр Анатольевич Ширвиндт. Геннадий Иванович Полока. Советский и российский киноактер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, педагог, народный артист России. Работал на киностудиях Москвы, Ленинграда, Одессы и Белоруссии. С 1957 года режиссер киностудии «Мосфильм». Известность режиссеру принес вышедший в 1966 году фильм «Республика Шкид». Второй его фильм «Интервенция» имел менее счастливую судьбу. Снятый в 1968 году, он вышел на экраны только в годы перестройки. Также поставил фильмы «Один из нас», «Одиножды один», «Мелодия на два голоса», «Наше призвание», «3% риска», «Я вожатый форпоста», «А был ли Коротин», «Возвращение броненосца», «Око за око». Кроме того, снимался в фильмах как актер. Арсений Куриленко, 13 лет, и Кристина Курбатова, 14 лет. Жертва теракта в театральном центре на Дубровке в Москве. Исполнители главных детских ролей в мюзикле «Норд-Ост». В тот вечер Арсений не играл, он пришел поддержать Кристину. 23 октября 2002 года чеченские террористы захватили театральный центр на Дубровке. Заложниками боевиков стали 916 человек. Зрители мюзикла «Норд-Ост», артисты и работники центра, в том числе около 100 детей. Террористы заминировали здание и рассадили смертниц в зрительном зале, а затем потребовали, чтобы российские власти прекратили контртеррористическую операцию в Чечне.
Спустя двое суток, в ночь на 26 октября, спецслужбы захватили театральный центр и ликвидировали всех боевиков. К сожалению, во время операции погибли 130 человек, как при освобождении, так и впоследствии в больницах в разное время. В их числе молодые актеры Арсений Куриленко и Кристина Курбатова. Близкие говорили, что Арсений был тайно влюблен в девушку. Их похоронили рядом.